Доброе утро. Может ли быть доброе утро? Доброе утро. Утро доброе, если ты поспал примерно 4 часа. Да. Мне кажется, не может. Дима вчера ездил в Москву. Приехал поздно, очень поздно ночью, а я без него очень плохо сплю. Я вчера смотрела кино, потом пыталась заснуть, потом опять смотрела кино, потом опять пыталась заснуть, сходила в душ, не стала голову мыть, поэтому не удивляйтесь, есть у нее тоже прическа, что и вчера. Вот, и в итоге в 8 утра мы сейчас встали, потому что Дима опять поехал на работу, а я уже не стала досыпать, буду сейчас делать дела. Но первым делом я выпью кофе. Жуткая погода продолжается. Ветер. Дождя хоть нету, спасибо. Но ветер всю ночь прям завывал, где-то грохотал. Прям очень сильный ветер, как ураганный был. Открыла окно и что-то сразу зябко стало. Котик. Ой, невозможно. Недосып – это худшее, что может быть в жизни. Добрым утром. Я вам, кстати, не рассказала про Конаково. Я вообще не помню, говорила, где мы отдыхали или нет. Но по фоткам в Инстаграм или в Телеграм, многие уже поняли, что мы были в Конаково Ривер Клаб. Мы там не были много лет. Там ничего не изменилось, кроме того, что сгорела баня на территории. И в этот раз у нас какие-то были очень некомфортные номера. Небольшие совсем. Не было отопления. Отапливали кондиционером, и это жутко некомфортно. Потому что, ну, он шумит. То есть вы спите, а кондиционер шумит, постоянно включается, выключается. В общем, мне не понравилось. Вот остальное все было идеально. Единственное, что я не люблю все включено. Поэтому у меня сегодня вот такой завтрак. Кофе и батончик, потому что у меня вот эта вся еда с выходных еще бродит по организму. Столько есть невозможно. А когда эта еда есть, ее невозможно не есть. Такой вот. Вот, поэтому перехожу на легкие. На легкие завтраки. И очень мне понравилось, мы катались на квадроциклах. Это было мега круто, потому что один раз мы, когда были там с детьми, мы тоже брали квадроциклы, но была, я не помню, то ли ранняя, ну, то ли уже такая нормальная весна, то ли ранняя осень, то ли это вообще летом было, не помню. Но не суть. В общем, трасса была, у них очень большая трасса, и она была сухая. Ну, мы как бы прокатились и прокатились. А в этот раз там был ливень, там была грязь, там были реки воды и грязи. Я вам ставлю кусочек видео. Вот, в общем, мы целый час катались. Сначала по полигону мы чуть-чуть покатались, а потом поехали в лес. И по лесу, конечно, вот этими дорогами, вот этими кочками. В одном месте даже бревна были нарезанные, и квадрик так легко через них проехал. В общем, и мы менялись за рулем, то ехали то мужчины, то девочки. Мы были еще с друзьями. Вот. В общем, да, кайфанули. Погоняет вас, нагребали, поехали.
Сейчас снимала для вас пока видео. Мне телефон написал, что у меня закончился объем памяти на телефоне. 256 гигабайт. Но это потому, что там остались у меня видео с Анькиного дня рождения, вчерашнее видео. В общем-то, я сейчас все почистила. И плюс зашла в фотографии, а он мне пишет дубликаты. Раньше такого не было. Это, мне кажется, вот вышло последнее обновление для айфонов. И я почистила эти дубликаты фоток. Это тоже прям мега круто, потому что бывает, что по AirDrop, например, кому-то сбрасываешь, потом тебе сбрасывают опять те же фотки. Или там, в общем, они дублируются постоянно. И я поудаляла все дубликаты, и у меня теперь много места свободного. Так, ну что, за утренним кофе я успела поработать. Выложила пост в свой рабочий профиль. Кстати, я вас давно не брала на работу. А сегодня возьму вас с собой. Покажу, что у меня там новенького. И сейчас я наконец-то пойду в душ. Так что я скоро из ведьмы превращусь. Из чудовища превращусь в красавицу. А Саня получил еще 5 по литературе за домашнюю работу. Так что компенсация вчерашней 3 за стихотворение произошла. Алиса, включи веселую музыку. Забыли про Алису с вами. Я, кстати, Алисой пользуюсь каждый день. Мне так нравится. Шикарная женщина. У меня маска на лице. Это маска антистресс от Эльседы. Я вам вчера про Эльседу говорила, что я очень много беру для домашнего ухода. И вы меня часто спрашиваете, а чем же вы пользуетесь? Вот одно из средств немногих, которые я использую достаточно часто, это маска антистресс. Очень круто при пигментации, прям 2 раза в день можно наносить на участки и смывать. И либо, если какие-то воспаления, еще что-то, можно прям точечно. Я 2 раза в неделю примерно наношу на все лицо. Вот, пойду вынимать белье, достирала машинка, достирала, досушила. На улице опять пошел дождь. Вот про что я говорила. Кому интересно, скриньте состав. Знаете, какая у меня штука еще есть? Вот такая вот. Липолитик. Ну, типа, жир сжигает. Не знаю, сложно оценить действие. Я ее покупала по отзывам на Wildberries. Но греет она знатно. Сначала очень сильно холодит, а потом очень сильно греет. И мне это так нравится в такую погоду, как будто это с подогревом. Я все готова к выходу практически. Не стала краситься, накрасила только ресницы, потому что я сегодня хочу, чтобы мне Юля покрасила брови на работе, она сегодня там будет. Вот, поэтому надо выпить витамины. Витамин D для памяти, магний и для пищеварения. Кстати, я создавала опрос на iShop. Что на iShop? Кстати, я создавала опрос в Инстаграм, где сейчас и как заказывают iHerb.
Мне очень много дали ссылок. Спасибо огромное, девчонки. Дали ссылки и на сборные группы заказов, и как можно заказать через Боксбери. Но очень дорого получается доставка до России, если честно. И мне моя соседка написала, что а не хочу ли я попробовать корейские витамины. Я очень хорошо отношусь к корейским производителям. Покупаю, насколько вы знаете, косметику корейскую, шампуни корейские и так далее. Поэтому и оно в голову никогда почему-то не приходило заказать именно витамины. Вот, и она мне прислала целый каталог. Я выбрала два вида витамин, мультивитамины и для суставов. Что-то у меня коленки стали хрустеть. Но, к сожалению, для суставов не было, и придут только мультивитамины. И если вам интересно мое мнение потом по поводу этих витамин, то я вам расскажу, вы мне напишите в комментариях. А пока я подъедаю остатки. Меня, кстати, неоднократно спрашивали, сколько я кофе пью. На самом деле я пью немного кофе. Я пью одну чашку с утра и одну чашку в обед. Вдруг я сейчас уезжаю, то кофе мне сегодня больше не представится возможность попить, и я решила выпить вторую чашечку уже сейчас. А еще я убавила крепость кофе. Мы тут обнаружили эту кнопку. Ей можно регулировать крепость. У меня стоит самая маленькая. А я сегодня Total Black. Любите черный? Мне что-то захотелось сегодня. Подстать погодке. Все, выезжаю. И дождик опять моросит. Надо обрезать нам вот эти кусты. Засохшие. Очень медленный лифт. Очень медленный лифт. А у нас-то разные фирмы. Что ты? И бухгалтера разные. Запомните мои брови такими. Ой, погодка. Ну что, вот мои брови. Красота. Откуда прыщики? У меня, кстати, тут новый товарищ появился. Муж мне задарил для работы. А еще вот мои... скраб, который я вам говорила, сахарный. И вот взяла эту маску. Она у меня дома уже почти заканчивается. Не забудьте домой забрать. Так уютненько, так хорошо прям. Так я люблю свою работу. Нас отопление дали 2 недели назад. Тепло теперь. В общем, ладно, буду работать. И снова привет, зеркало. И вы видите, да, что на улице уже темнотища. Время почти 8 часов. И я еду домой. Все, дома уже снимать ничего не буду. Влог этот смонтирую, скорее всего, завтра. Все, увидимся. Не знаю, насколько прощаемся. Надеюсь, ненадолго. Люблю вас всех. Хорошего вам всем дня, утра, вечера. И берегите себя.